по заброшкам, заброшки, какому-то ему места, откуда уже давно уехали люди. Никто уже их не посещает. Люди уже, ну, кто-то растаскивает на кирпичи. Вот, смотрите, какая интересная заброшка. В местах надо быть аккуратными, может быть, змеи, еще чего. Смотрите, старая панская усадьба была раньше. Потом построили дом на этом месте. А может быть так. Ну, я предполагаю, конечно. Какая старинная кладка. Сам дом. Все разворовано, разграблено. Напитки современные, уже панское. Вешалка такая. Дом в таком аварийном состоянии. Совсем. Счетчик уже такой выломан. Хотя я обратил внимание, свет подведен, но обрезан. Здесь шмелей много. Видимо, здесь гнездо где-то шмелиное в этом доме. Такие определенные опасности. Печь уже разобрана. Чердак. На чердаке. Не слажу. Вы сами. Кстати, крыша крыта дранкой, так называемой. А поверх уже шифер. Постройка где-то конца 50-х годов прошлого столетия. В доме ничего не осталось, кроме бутылок от вина дешевого плодово-ягодного. Вот такой вот домик. Дом заброшка. Двери, идущие, видно, раньше в палисадник. Вот эти двери очень интересные, еще кованые такие. Здесь, наверное, тоже кованые. О, да, смотрите, красивый кованый завес. Такие раньше, то есть, вообще старинная завеса какая-то. Дверь такая интересная. Дома
решил пройтись. Кто-то уже оторвал шалёвку на углу. Видимо, искали монеты. Красный угол. Обратите внимание. Шмели-то летают очень много. А вот что свет, электричество подведено к дому. В доме, видно, уже много лет никто не живет. Здесь вон там вдалеке видел я погреб, наверное, или что это такое. Подойдем, посмотрим. Интересное место. Опять же, вездесущие бутылки от какого-то напитка. Если знаете, напишите в комментарии. Баночка с какой-то химической жидкостью. Там вообще желтая жидкость какая-то стоит. Интересная такая ниша. Подвал. Погреб был. Ничего уже не осталось в погребе. Вообще. Все, что могли, мародеры вынесли. Характерно для погреба. Ну, такой варовни, чтобы все хранилось зимой. Каменка здесь была. Печь-каменка ложилась. Как в бане. Ее топили. И тем самым ничего зимой не мерзло. Потому что погреб на уровне земли находится. Даже окошко имеется. То есть, такой странный погреб. Хотя он забетонирован, сверху снизу очень хорошо сделан. Очень качественно. Делалось на века. Много посторонних таких подозрительных звуков. Крик ворона. Разрушенная постройка уже. Крапива выше не ростом. 2.5 метра явно. Заброшенная, ветхая. Люди здесь не живут уже много лет. 20-30 уже никого здесь нету в этом доме. Ходить только в сапогах. Никак не